надо. А? Мы в крепости королевы чудовищ. С нас обода. Вот, кстати, вот. Значит, ты мне не доверяешь, Ракета? Грута? Ни за что. Я не доверю его кору одной тебе. Решай, Питер. Ты просто завидуешь моему плану. Вся позеленела от зависти. Лучше, чем быть черно-синий. Ну давай, дамочка, у меня тут 12 тысяч вольт есть. Мы точно можем доверить Гаморию сделать то, что я совершенно точно выслушал. Я ей жизнь свою доверю. Твою точно. Жизнь я ей тоже доверю, но не Грута. Это обидно. Мой опыт в скрытных проникновениях побогаче, чем твой. Я все равно считаю, что у меня с моим трекером куда больше шансов. Но ты в процессе поднимешь тревогу. Имя? Стражи Галактики. Не слыхал о таких. Ну еще бы, вы же живете в настоящей грязной дыре. Чего сказал? Он говорит, еще услышите. В системе Кри нас все знают. Что в ящике? Редкое создание. Вымерший вид и в целом милый малый. Похож на куст. Это древо. Говорящее дерево. Неожиданно. Ладно, проходите, пока я не передумал. Но если леди не понравится, я запихну ваши останки в этот ящик. Спасибо, офицер. Хорошего дня. Офицер? Да пофиг. Сложно будет выбраться, если что-то пойдет не так. Все будет хорошо. У нас есть монстр и прекрасный план. Не, Грута, на самом деле, может быть, очень... Нужно продавать грызуна. Леди Хеллбендер не понравится. Что, меня должно испугать одно ее громкое имя? Она лишь управляет зоопарком. Это не зоопарк. И какая армия? Может, они смотрители зоопарка? С пушками. Не видел прирученного Уортаса? Видел, что он делает с врагом. Да ладно. Ну, в худшем случае мы смоемся на Милана. Если только у нее нет шарианских кораблей. Да расслабьтесь, нет у нее флота, чтобы чудищ своих таскать. Вынужден поправиться. Не шарианский. О, да ладно. Почему просто не сели здесь и не избежали неприятной прогулки? Хороший вопрос. В следующий раз я приду. Вполне. Нам нужно было усовершенствовать план. Теперь он безупречен. Леди Хеллбендер тоже. Когда монстр пропадет, она подумает на нас. Да, подумает. Ну и все. Это же не повод преследовать нас по всей галактике. Да и Квилла чмурят везде, блядь. Но вы шутите, что ли? Вы только гляньте! Как Гамора найдет Грута после продажи? Найду того, кто знает, где он. И ты у него спросишь. Кто сказал, спрошу? Ну уж нет, я не позволю тебе рисковать Грутом. Гамора знает, что делает. Она найдет какую-нибудь карту. Ведь я штурман, да? Вот и проложи себе путь подальше от меня. Я возьму свой трекер и сам его освобожу. Череп Деларона поистине бесценный трофей, зритель. Она любит дорогие вещи. Это хорошо для нас. Народ, помните, мы команда. Один за всех и все за одного. Какая глубокая мысль. Ты сам это придумал? Да, сам. Внезапно пришло в голову. За мной и слушайте. Вам не следует подходить к трону леди Хеллбендер. Если она подойдет к вам, оставайтесь на месте. Без резких движений. Я обольщен, что королева уделила мне время. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотела... Я знаю, чего ты хотела. Не отказывай мне в уме. Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Тарата. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или... Тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, я сказала, госпожа. Выпускай. Расплюнуть.
Следующий. И переведите 10 тысяч юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Дракс Разрушитель. Погибель безумного Титана воплоти. Если он Дракс убил Танос, если вы что, какой... Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить? Сомневаюсь. Посмотрим, Разрушитель. Я могу быть напористым. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Так подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Леди Хеллбендер, размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, Разрушитель, что привело тебя на Сигнарф-9? Питер Квилл, покажи существо. Флора Колоссус, я думала, вас уже не осталось. Назови цену, Разрушитель. 20 тысяч юнитов. 20 тысяч? Он не чудовище, в отличие от того зверя. Но он хорошо дерется и умеет регенерировать. Также он последний в своем роде. 20 тысяч — справедливая компенсация. Нет. Нет? Что значит нет? Значит, нет. Ну, значит, вы дура, дамочка. Грут — самый лучший монстр вселенной. Ракета, Дракс разберется. Назови свою цену. 15 тысяч. И ты останешься. Хотите купить Дракса? Нет, не купить. Скорее нанять. Мне бы пригодился воин такого калибра. У меня обязательства. Жаль. Мы бы так повеселились. Даю 12 тысяч за Флора Колоссус. 12? Это и близко. Самое то, за Флора что-то... Там идет. 15 тысяч юнитов. Че там, блять, я не вижу вот этой хуйни. На удивление, хорошим переговорщиком, что-то такое. У Бурсик Нарфа лютый нрав. Переночуйте с моими хеллрейзерами и познайте радости кутежа. Да, мы не против, даже спасибо. Да, конечно.
Позвоню. Вы должны были ждать меня. Слишком долго. Я подготовил нам алиби. Ты флиртовал с секнорфианской дрессировщицей. Рассказавшей, что Грута держат в клетке для новых экземпляров. Кстати, где она? Ну, до этого мы не дошли. К счастью, план составил я. Трекер оказывает на тронный зал черепоголовой леди. Лично я туда. Есть одна проблемка. Да они по полной отрываются. Они очень сильно пьяны. Но все равно опасны. Я вот от выпивки только лучше сражаюсь. Если смерть пары хвостоломов спасет Грута, что ж... Эй, стоп! Мы не будем воевать с женщиной, у которой своя армия. Просто ограбим. Если будем действовать четко и тихо, тогда никто не узнает. Дракс! Какая часть тихо не ясна? Смерть тихая, Питер Квилл. Без убийств. Ничего не трогать, ни на что не наступать, ничего не ломать. Давайте без глупостей. Если напортачим, то Груту конец. И нам. Нужно признать, леди знает толк в вечеринках. У опустошителей было так же. Правило Йонду, много работы, хорошо отдыхай. Для Таноса и то, и другое заканчивалось убийством. Мы что, меряемся папашами? Мой подарил мне на день рождения электрошейник. Выберемся отсюда, устроим супер-вечеринку. Я сделаю особый головной убор, достойный празднества. Вход в тронный зал внизу. Придется, ну... перебраться через пропасть. Тихо. Знаете... услышав про героя по найму, я представляла себе совсем не это. Может, Хеллбендер тебя наймет? Заинтересовала ее не я. Она права. Надо было продать Дракса. Я этого не говорила. Да, зато подумала. Она почти умоляла подарить ей ночь с этим. Попадем в переплет еще раз, продадим свидание с Драксом. Это Тиане не ходят на свидание. Мы совершаем деяния, по которым нас оценивают. Да. Это вот так вот ты с женой сошелся? Ховард была самой искусной убийцей деревни. Ее расположение добивались многие. Мне бы она понравилась. Вон там, впереди. Сразу за той кучкой слабаков. Твоему трекеру точно можно верить? Поверь, этот малыш себя окупил. О, ты даже заплатил? Деньги, кража. Уж я доверяю штуковине ракеты. Помните тогда в Ансаре? Я такого не помню. Это было до тебя. Квилла поймали. Он украл яйца на Сакаре. Я не удивлена. Моя штуковина привела меня к нему. Он прятался в инкубаторе. Да я не прятался. Прятался. Еще как прятался. Эти залы были бы куда лучше без пьяниц. Ну, колдуй ракета. Он не колдун. Знаешь, поменьше сомнений, Ховери. Я сделал топотуны, я открою эту дверь, и я найду Грута. Ты молодец, и я молодец. Зачем отвечать самому себе? Я когда-то думала стать опустошителем. А потом? Так, судя по трекеру... Вот же кусок хлама. А я же говорила. Так, мы видели, как Грута увезли на лифте, да? Найдем панель управления. Она встроена в кресло леди Сюси-Пуси наверху. Но мы-то внизу. У нее были выдвижные лестницы. Должен быть способ активировать их снизу. Может, леди Хеллбендер управляет лифтом силой разума? Что? Она ведь и колдовала Тара-Тара. Может, у нее такая сила? Ну... раз у нас нет доказательств этого, будем исходить из того, что лифт управляется с трона. Если не найдем рычаг, можем получить доступ напрямую. Надо все смотреть. Конечно, у нее не может быть нормального кресла на уровне земли. Ей нужно вселять страх в своих противников. Это преступление против эффективности. Вырубай свои пары, Квилл. Ну-ка. Посмотрим костюм. Костюм.
нихуя у него мышцы там двигаются, как жилетки. Так. Можешь взять такой стандартный. Хотя мне вот этот больше нравится. Пахнет яйцами. И паленой шерстью. Так, все. Конечно, есть. Грута же на нем увезли. Там какашка какая-то. Как и куда? Дракс, поднимешь его? Легко. Но что мне с ним делать? Еще не придумал. Так. Так, Дракс, убери этот хлам. Понял. Посмотрим, что там спрятано. Блять, я должен был здесь, да, стоять? А еще сильнее шуметь можно было? Конечно, но ты не просил. Давай ракеты. Так, посылаю схему тебе на визор. Разберись с проводами и скажи мне, где переключить. Здесь? Есть. Класс! Я вижу изменения. Как тебя легко удивить. Упс. Есть. Это сигнарвские колыбельные, часть вторая? Или это брачные зовы чудовищ? Как-то это жутковато. Вот тут. О, здесь. Ага. Вот здесь. Так, ну сразу типа наперед смотреть, да? Что мы сделаем? О, какой тут бардак! Всюду провода! А ты Милана видел? Эй, там все гораздо лучше организовано вообще. И здесь. Понял. Как там внутри ракета? Тесно. Вот здесь. Есть. Соединили первичные и вторичные реле. Зернуки тупые. Твой тон подчеркнуто негатив. Ракета как там? Вот, так и оставь. Я могу подняться к трону. Надеюсь, панель заработает. А то я тут уже все перепробовал. У нас все получится. Мне кажется... Вот, готово! Мы ошиблись с лифтом. Что? Он прав. Круто спускались с той стороны. Другого лифта у нас нет, дорогуша. За дорогушу ответишь. Так, я уверен, они ведут в одно и то же место. В моем голосе нет уверенности. Почти. Так, но было сохранение. Поэтому... Я думаю... А ладно, я сейчас еще чуть-чуть пройду. Странно.
Странно, что мы не видели ни одного патруля. Мы почти на месте. Но вообще все идет весьма гладко. Для разнообразия. Да ладно. Тебе скучно, когда все гладко. Помнишь тот рейс на Хонте? Помню, как ты нас чуть в черную дыру не закинул. Вот, я прав. Сильные эмоции остаются в памяти. Это твой же хвост! Говорю же. Не трекер, что-то там. Чт! Тише, охрана. Держись подальше, Питер Квилл. Давай, хлама ты кусок. Умять! Вас тоже вдруг охватило дурное предчувствие. Ракета, потише. Заткнись, Квилл. Жучок круто отрубился. Ты сказал, почти пришли. С ним все в порядке. Откуда ты знаешь? Крут! Могло быть и получше. Могло и похуже. Он хоть никого не разбудил. У грызуна мягкие лапы. Потихоньку. Не у нас реактивные ботинки. Грызун стал раздражительнее. Он не хотел продавать Грута. Я тоже. Древо было худшим выбором. Но нам ведь заплатили. Теперь остается лишь выбраться отсюда в целости. О, там костюм. Песенька с апокалипсисом. Кто-нибудь еще считает, что жучок Грута вырубился, потому что... Нет! Даже не думай об этом. Более вероятно, что жучок был обнаружен и уничтожен. Ну, это, наверное, лучше. Не быть рядом. Ебать, они тут выжрали. Что за праздник? Питер Квилл, не лучше ли перерезать им горло, пока они спят? Как благородно, брат. И нет силу. Ракета, подожди! Не подождал. Да, Дракс. Почему тут нигде нет перил? У них архитектор Звезды Смерти работал. Мне этот объект не знаком. Нам лучше разделиться. Нам всем лучше разделиться. Некоторые из этих существ мне знакомы. Я думал, у леди Хеллбендер будут более редкие экземпляры. Ожидание часто завышено. Это что такое? Мой тотемный зверь. Сильный и прекрасный. Будто носорог переспал с медузой. О, что это за запах? Это мульча. Что? Сухая трава. Ну, она должна быть сухой. Да, дыра в потолке этому не способствует. Я нашел Грута, но прежде чем к нему пойти, я здесь обследую. Ужас.
Это такая жуть, что даже Хеллбендер держит ее в клетке. Нет, никаких пауков, змей или тварей с щупальцами. Не ты ли спал с тварью с щупальцами? Джиллиан нормальная. Так, все, сохранение. Вот сорнухи, никуда не торопятся. Эй, не преврати его в головешку. Назад, я пробью периметр. Не пробьешь. Не пробить. Да ну. Ну все, давай как на Арага, дружище. 3, 2... Эта ведьма ободрала тебя до самой коры. Знаешь, мы бы пришли раньше, но торопыга... Хорошо, что ты с нами, и осталось найти выход. Видно, Грут знает дорогу. Эй, погоди. А что происходит? Не молчи! Ты в порядке? Заткнись, Квилл. А я-то что? Ты настоял на этом дурацком плане, а теперь эта королева чудищ его... Я не знаю. Травмировала. Точно. Так и есть, Грут. Тебе больно? Не замыкайся. Говорил же, продавать надо было меня. Может, древо околдовали? Она что-то сделала с тем тараканом. Эй, друг, не молчи. Что эта бананолюбка с тобой сделала? О, черт. Стражи Галактики. Вы, глупцы, решили обмануть меня и не понести ответственность. Грут! Я есть Грут. Интересно, кто из вас додумался посвятить в этот абсурдный план самого Флора Колоссус? Зовете его другом, но не знаете самой его сути. Упустили тот факт, что он... Совершенно не способен лгать. А я говорил, он не сможет выдать себя за монстра. К его чести, он не сдавал вас почти что целый час. Леди Хеллбендер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Твой вызов — пустой звон, разрушитель. Вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать!
вот это уже... Настоящий монстр! Будет по-настоящему мертвый! Отрубим его конечность, он станет без обиды! Закончить! Залей их огнем!
теплые и горячие. Ясно? Да! Их можно использовать. Да, если хочешь поджариться. У меня столько продуктов, которые я хочу опробовать. Ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева леди Халбанда. Поживем, увидим. Что за... Ваши кости, стражи галактики. Она будет неотступно нас преследовать. Дай хвост с ней. Главное, что мы смылись оттуда с кучей денег. Нас предало болтливое древо. Я есть Грут. Я не говорю по деревьям, древо. Эй, оскорбляй Грута, ты оскорбляешь меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Халбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Как странно. Только о деньгах думаешь, грызун? Нет, еще я думаю о бомбах. И о бухле. Бомба избухла. Ники... Это правда?
Ты правда мой отец? Что-то не то со связью. Что, кот обратил? Да, один черт. Ники, мама рядом. Мне нужно с ней поговорить. Она со мной. Во мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту, ничего. Сужал диапазон? Первым делом, проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники, позови маму. Я знала, что ты мой отец. Так много света. Кажется, с девочкой что-то случилось. Вступила в корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверю узел связи. Я могу его вернуть. Я могу всех вернуть. Нужно только